Волосы отрастила. Эльза, ты же у нас ДД, да? Да. Так, ладно. Один недостающий. Да ладно, что-то не заходит. Наверное, с Тамагочи заходит. Сейчас да, аукцион быстрый. Шамана возьмем, значит. Бери шамана. У вас под ДД нет золота? Нету. Блин. Сижу и думаю, блин, почему я не могу Рогу осмотреть? Лёд, Серёг, ты как-то, да, ты как-то скромно, ну, кто дельчат пишешь, когда у меня там чат летит? Надо было голосом сказать. Ну, я потом уже сказал. Ну, там я написал, а ты такой, а, все, кикаем там кого-то там. Я думаю, о, сейчас заинвайтят. Так, па, я там с хилами разбирался там, со всем остальным. Так, идем пока, па-па-пам. Так, еще раз на готовность, что-то я упустил, наверное. На АФК. Секунду, суманите, пожалуйста. Метки. Артик, заходи, блин. Кого сумануть? Меня, я написал в чат. Тыкни. Саман пошел. Еще раз, я случайно. Пошел. Это призыв, все. Ален, я так пригляделся, у тебя кончики секутся. Все, прилетел. Спасибо. Не за что. Обращайся. Мелким всегда рады. Слава на печеньку, косты. Шифу на зеленую. Талия выходит, во, Арти, походу, расчехлился. Он, походу, ходил в магазин за пивком. Да, он за пивком, походу, бегал. Да, давай. Кто-то там, может, что-то уронил, походу. Это Арти стакан наливает. Да не, он бы что не сказал. А, это откуда толпа-то взялась? Ну, колют даже тут. Ух, здорово. Привет всем. Бежал вниз, лик смерти, а брата побежал в гору. Шикарно. Слава, сядь на квадратику.
Че, не добирается там? А кто? Ну, один человек. Да, что-то. Паладин, походу, не в Дискорде, холи пал. Сейчас тогда поищем, он что-то говорил, шамана позовет, дал ему помощника. Ладно, Дискорд еще раз линканем. Там пусто, куда вы? Я все? Без ДС иду, говорю. Слайк, ты вообще тут в соло можешь 4-4 оттанчить. Мы 4-4 тогда. Денис, у меня, если что, хил 223. Да не, не надо там, сейчас найдем. Он в РБК еще я звал. Ладно, будем искать хила. Че, мне дальше вару в танки идти? Так, а кто у нас сейчас в танке? Плюсаните, пожалуйста. И все, да? Так, ДК же у нас еще, да, танк? 4-4. Да. Вот, будет наш основным танком. Ну и маразм спектность танка. Аршан 218. То ведь не то. Надо мне. Слайк. А слайк. ДК не носит грудь Т4. Вообще похуй. Я ношу, мне похуй. Понимаю. Вот. Ну хули, я себе кузок выбыл, че я, блядь, буду на ДК не носит и буду в трёх ходить, что ли? Слайк, пуха помойка. Да мне вообще похуй. Понял, слайк. Да сумните шамана, пожалуйста. Даже дверь открыта, бля. Чё, ман? Чё, ты ВК 10 закрывал? А, да, да. С кем? Гильдия. Чё там? Ну, заланировал? Один статик на фул закрыл, один, короче, это... в котором я был. Так, нужно 5 человек на косты, на кубы. На нубе прохила не хватало. Так, снова танк. Снова танк, на тебе крестик. Сургвар, на тебе звезда. Арти, тут-то? Да-да. На тебе трусики. Так, 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 да, 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 да. Джиро. Это сейчас кубы, кубы, кубы. У меня может компьютер залагать немного. Понятно. У кого еще? Кто еще самелый? Маразм, на тебе печенька. Кубы. И еще один. На квадратик. Алеонора на квадратике. Дальше косты. Косты, косты. Сбивает. Так, что хочу, сбиваешь печеньки косты? Сэн Бонсаку разбиваешь звезде. Вой сбиваешь кресту. Кресту, кресту, кресту. Так, 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 так. Рога сбиваешь зеленые меточки. Русам. Да. Ну а все остальные в квадратик полиция. Войд, так, Войд. Угу. Сразу говорю, там Войд ролит на ДК-шку. Еще кто ролит меня на соло спек, напишите, пожалуйста, в чате. Дальше, ну и вот. Так, едим рыбку, сейчас поставлю рыбку. Где рыбка, куда рыбка уплыла? Так, ставили же.
Я не видел. Я вот поем еще раз. Дискорд линканите. Нового. Я же линканал. Он в хиле или в элиме пишет он? Это он пишет, что на элим ролит будет. Да. А, на понятно. Так, вот. Повторяю, что хочу. У нас нас на печеньке сбивает косты. Вой сбивает на кресте. Сенбон Сакура на звездочке. Рога на зеленой. Вот. Так. Все РДДшники хилы стоят в луне, пожалуйста. Все милики стоят с танками здесь. То есть ловим элементали, кто бежит на РДД на хилов. Заходим. Там спрашивают, 4 танка. Тут 4 танка идут? Это вполне хватит, да. Лучше так, чем... Лучше перебдеть, чем недобдеть. Так, что у нас? Алеонора не подтверждает. Санк не подтверждает. Лен, еще раз, под какой каз сбивать? И стрелу. Дамажущий. Стрелять стрелы. Мы на них становимся и просто тупо сбиваем, да, стрелу? Ну, они прибегут сейчас к нам, ну, сами. Дело, да. Вы садитесь на них, да, и не даете им бить, бить рейд. Ну, все, окей. Стрела, залп, залп тьмы там, он подсказывает. Спасибо. А можно сделать так, чтобы сейчас пати кликеров, которые будут кубики клацать, стали сейчас по все по своим меткам. А сейчас зачем? Ну, наверное, чтобы поняли лучше. Чтобы помнили лучше, чтобы каждый был уверен, ну и как-то так. Я трусы вот. Да, да, да. Ну вроде все разбежались, да? На кресте у нас кто сбивает? Не сбивает, а кубы. О, кубы, кто тыкает, да, 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 да. То кубы будет прожимать. На кубы, вот, снова танк, все. Все, Сарк на звездочке, Маразм на печеньке, Арти на тарусиках и как там тебя, пожалуйста? Алеонора, Алеонора. Алеонора, вот, да-да-да, спасибо. Она на квадратике. Вой, ты, соответственно, танкуешь босса. Ты у нас топчик. Не точно. Потому что я тут. Ай, ну, давайте, заводи, поехали. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Блять, это был не значок пула. Там еще лок не готов был, бляха-муха. Там отчет был бы, ребята. Не надо так делать. По квадратику, да, домашние по квадратику. Собирайте инферналов. Блять, по коряму начали. После квадратика в звездочку. Зафиряли. Труселя кастует. Не стерение, а залп. Как же мне не хватает Т4. Взять зеленую меточку. Ну и инферналов.
15 секунд активат. Да, ДК можешь идти. Так, ДБМ корявый, да, здесь? Понятно. Не, ну я пора скачал что-то и не показывает мне тайминги. Кто жмет кубы, не забудьте босса в таргет взять. Шамана хил. Не выхилили. Так, готовьтесь, я хер его знает, через сколько начнется, а дона нету. Раз в минуту же, да, там? Угу. По таймеру будем. Минута 10 вроде бы. После первого появится обычно. Ё-моё. Это каст. Отлично. Ни хрена не появилось у меня, по крайней мере. Ну, не всегда, Кас. Спасибо. Надо новый скачивать. Так, готовьтесь там. 10 секунд. О, у тебя показывает? Или да? Каст. Отлично. Эльза, у тебя показывает? Да. Не мешай, она считает. Вот будешь анонсить, значит. Хорошо. Вы 15 секунд. Спасибо. 5. Каст. Сбитый. Чё тебе инфаркнет? Нормально. Ты же сказал, надо учиться в конце давать. Это не тот босс. Ну немножко надо интриги. Всё, ладно, да. Пятнадцать секунд кубы. Пять. Каст. Может, Гера? Ну? Давайте Гера, ну. Так, странно.
что? Выход там не показывал, когда выход будет, а вот когда косты не показывает. Обыдно. Может, забагался? Зато бесплатно. Секунд. Скорее всего, после откидывания будет. Каст. Каст. Там Элиза каждую минуту 10, да, идет отсчет? Минута 9, да? Ну, где-то так, да. Сейчас я еще посмотрю. Иногда на пару секунд раньше происходит каст. ДБМ. Рэва, а что, не держат, да, ребята? Кубы просто сбивают каст и все, и сразу отпускают? Ну, видишь, да. Ну, там один отпускает, остальным смысл держать. Не, ну просто, когда держат ребята, увеличивается урон входящего босса, там пока у них хп падает. То ну есть вот они, если держат, сразу отпускает вроде. Да? Ну если бы они лучи немного держали, мы быстрее бы забрали, долго ковыряли. Такое надо изначально говорить, чтобы люди... 15 видели. Секунд, кубы. Тише, 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 да. Ну ладно, я офаюсь. Пять. Каст, каст, каст. Минуту 0.6 написала. Потом. Сейчас это землетряска. Плюс 10 секунд, да, вроде бы. Ну, где-то так, наверное. Пятнадцать секунд, кубы. Пять. И плюс откидывание, но скоро. Блин. Что, блин? Да, откидывал как 10. Успеешь? Да, конечно. Каст, каст. Каст. Арканит, пиу-пиу, сделай пару раз мне крита апни, пожалуйста. Что это я, блядь, стою как бомж? Это не арканит, да. Смотря сколько кидает. Арти, говорят, ты сразу отпускаешь. О, Хелен умерла. Не на кубе, надеюсь? Нет. Не кубист? Она не кубист. Мы, наверное, успеем убить. Пятнадцать секунд. Что, на мужика? Давай это, держи, бей, сбивай. Пять. Каст. Каст, каст, каст. Ну вы, блядь, изверги. Пришлось бота слетать. Не остановилось. Где посох мой, который я хочу?
Что за О, древковая мазафака. Да. Сумку ролим. На майнспек? Сумка на майнспек. Не, ну нахер ее роли сейчас. Подскажите, ребят, с головы что-то на ретрика падает путевое или нет? Или нет смысла ролить? Кто разбирается, кто шарит? А ты с какой гильдии? Я не с вашей. Да там нормально нету ничего. На ретрика. А что ты сумку отдал шифу? А кто там выиграл? У меня написано шифу. 75 у меня. Саркоя 84. А у меня Саркоя. Не надо отдать шифу. Боже мой, там 20 слотов. Там слотов, 20 слотов, что за не драться. Могу и Саркоя отдать? Нет. Не-не-не, забирай. А, там 20 слотов, не 22? Голова, что там голова дает? Голова кольца дает что-то. Ох ты, сотка. Кашка, кто переплюнет? А давайте кто меньше кинет. Только доплюнуть можно, переплюнуть не получится. Ну вон, Саркоя один. А, днярочки на договоры вывели. Просто топ ролл. Дима, ты чё нули не подписал? Что ты одну куда? У все хотят, да? А древковая потом... на воина нормально пойдет. На воина? Не-не-не, она на медведя только идет, говорят. Не на ханта, а на ханта. Молот на рубы. Кто-то из спать вышел. Алеонора покинула нас. А что, мы дальше не ролим, Дань? Дальше и потом, да. Чтобы не разбежались. Как мелкому все, выбраться из этого трупа, а? Чё за хуйня? Вроде, блядь, мастерства 26, а столько, блядь, уклонений. Да, вот мне тоже надо мастерство поднимать. Так у меня 26, куда его больше? Ну, тебе да, а мне вот, у меня половина, у меня только 13. Пиздец, блядь. Ну, на каком ты месте по ДПС? Какой тенник? Я просто в лицо бил. А, берсеркер? Да не, почему в лицо я ему в бок бил? Ну там лицо у него тоже. Похоже, блядь. А есть маги? Остались тут рядом? Так. 5, блядь, промахов. 3 заблоканы. 2 7 заблоканы и 2 доджа, блядь. За весь бой? Да, так это только вихрь. Удар героя там 4 перри, 4 доджи, 3 заблокированы, 1 заблокирован. Где нам ДПС по боссу нам показали чистого? О, бля. Где ДПС по боссу? Йок, ты тут, маг? Нету? Ну, нету, так нету. Да, маг делся мой. Этот вот. А как посмотреть урон по боссу? Нанесенный урон. Сейчас я тогда ФБ спекусь. Скадинза. Или Детейлс вроде что-то того. У меня бы еще аркан бы бафал бы, я бы больше дал бы, типа. О, я шестой место. Это ж вообще, это самое, вместе с мобами. Наводишь на себя, и там написано, короче, сколько ты нанес дамага по такому-то, по такому-то. Слав, когда босс активируется, рекаунт сбрасывается. Так, а мы же добивали еще инфернал, когда это самый босс активировался. Да, поэтому не сбросился. Нет, просто наведи на себя, и там будет написано 1, 2, 3, короче, и вот сколько урона ты нанес. Тут ты только урон можешь посмотреть. Да, ну ДПС-то у тебя в среднем-то будет по боссу какой-то.
Причем какой в рекаунте показывает ДПС? У тебя на выходе такой будет ДПС. На выходе ДПС то у тебя в рекаунте какой показывается? Да, ребят, какая разница с трэшем, не трэшем? Под конец вы ж били босса, да, ДПС показывает на... босса. Всегда, да, учитывается нока на выходе ДПС. Правильно говорит человек, да? Че вы там это, летите или че? Я лечу. Я вон стелку сижу, жду. Нет бы засумонить. Да я пока отошел, там с женой поговорил. Ты что, на ракете, что ли? А не я же видел портал рядом. Одолжи свою ракету. А токен на кого упал? На какой спек? Кто видел? На воина. На воина, бля. Да. Ну ладно. Ну, я даже не посмотрел, что это наш. Вар, приз, друид. Да, приз, друид. Ну, типа топ-десятка, чё. Чё хочу, мы в десятке. Слабо. Слабо, да, но мы в десятке. Я до десятки вообще чуть-чуть не дотянул. Так, ребятки, этот, меня присумоните, ладно, мне тут мама позвонила. Сейчас выйду из Дискорда пока, но ненадолго. Окей. Элеонора, походу, конкретно за какой-то шмоткой шла. Ну, походу. Даже, скорее всего, конкретно какой-то инст. Либо за печенькой, за токеном шла. А, или да, ну. Или ну. Так, сейчас что у нас? Понял? Нет, Гарул. А, Гарул. Самый гоблинский. Шумоните, пожалуйста. Алло. Да-да-да, мы тебя поняли. Давайте кто-нибудь, если шел возле камня. Да тут шкаф стоит. А, вы уже внутри. А, так. Девчонка. Спасибо. Я пролетел. Господи, ленивый с задницы. Я летел, я еще там врезался куда-то в скалу, сидел, писал, блин. Вы еще не долетели. Ну, у меня ТП на КД. Магов рядом не было. Можно лететь, лететь можно же. Можно лететь? Ох, правда. Прикинь. Ну, у тебя 4 лапы, у меня 2 и то короткие. Нафиг. А у меня вообще лапки. Вот, видишь, у тебя лапки, а у меня 2 лапки и то короткие. Так, чайку налью, 2 минуты. Сидят там, чаевничают. Чё, утрыш? Погнали, ну. Погнали. Кулак обновите, пожалуйста. Самодули бы хоть. Спрашивали же, кого еще засуманить? Встаньте все ему под жопу мобу, чтоб он не бегал. Что хочу на крестик сядь, о, на череп, позбивай косты ему. Я вижу, что пишу. Ты ролишь Т4. Мне отсюда ничего больше не надо. Я думаю, тут многим Т4 надо. Это точно.
Мне нужна только двуручка, либо запы на ретрика. А есть у кого-то фласка на силу атаки? Не, молот нару. Да, молот нару я бы не отказался бы. Либо запы на меткость. Не, молот нару, то на паладин. Так, назови свой ник, нужно кикнуть тебя. Я за куми, если что. Зачем вам нужен молот? Это же рабочий инструмент. 21 век. Кумирак. Работать. Да ничего, я заберу этот молот. Так, спекайтесь, танков. Донсвей, как жить? Арена на минималках началась. Так, крипку поставлю. Та-та-та, где она там плавает. Кушайте рыбку. Пикничок под деревом. Бля, дерево так жутко ест. Так, что у нас там по танкам? 2ДК и пал, да? А мне обратно... Так, вар. Так, раз, два, три, четыре. Ну давай, да, обратно в ДД спекнись. Обратно, я вообще в ДД спекался. Так. Что у нас? Войд на Лока. Второй ДК на мага, на крест. Маразм, удержишь, да, двоих? Да, да. Соответственно, ты же знаешь, да, как? Ну, вон луну отвести и держать. Угу. Ну, луну и тарусики. Вот, а я на квадратике. Соответственно, по геру Лока, потом мага. Все знают, я надеюсь, никому ничего объяснять не надо. Фласку на атаку. Дайте человеку кто-нибудь фласку на силу атаки. Да все, я себе гильдбанк поставил, взял. Он у меня просто в КД был. Давно бы так. Ну, так он только от КДшился. Никого там не суммонить, не надо ничего. Я тут, подожди, вылетел. Ален, постриги волосы. Вылетело. Сейчас перелетим. Ждем. Что ты мне обзор закрываешь? Вот. Злыдник. Хватит мне ветками в носу щекотать. Так, хилов же надо назначить, да? То у нас сами не назначатся. Так, Холипал, ты хилишь Void Спирита. Так, сейчас откроем. Кто у нас еще есть? Так, Ханкуль. Ну, в общем, держишь второго ДК. Хелен, на тебе будет маразм. Второй Ршама, на тебе медведь. Вот он, Дензел. Хули пау уже двоих можешь сразу, пускай двух ДК берет себе и все. Да, и пускай частицу кинь на какого второго ДК? На Саркуру, в общем, частицу и Саркоя на тебе щиты, соответственно. И по ситуации поднимай танков там, либо игроков. Денис, а какого второго ДК? Еще раз. Так, ты на Сакуре. Я на Сакуре? Да. Кто там вообще пивко, блин, глотает? Не знаю. Сакура, ну, красивая девчонка вроде. Сэм Бон Сакура. Просто у меня, я же заикаюсь, я пока выговорю, блядь, полгода пройдет. Будет просто Сакурой.
Кого первого бьете? Берем Рока, череп. Крест Лок. О, а, точно, ни хрена я чуть-то. Они поменялись или так как было это раньше? Было, они так и стояли всегда. Да поддержите Релла, блин, поменяли они недавно. Я почему-то в прошлый раз думал, блин, почему бьете мага-то. Ладно. Так, какой ДКшник мага держит? Лая, наверное. Сакура мага. Войд череп. Дэн, ты за год все позабывал. Так даже больше года, ну. Че там, кто-то отошел или что? Хапните настроечки, ДДшники, особенно. Все тут. 28 голды стоит ЛКшная, все. Так, нет, Джонсая нету. Холипала нету, отсутствует. С палами всегда пиздец. Почему-то надо поиграть палом, может, как бы это. Может, поймешь стратегию их. Мышление. Палина, блядь, разбафать никак. Думаю, и Аленка теперь пропала. Банально, на самих паладинах всего 2 бафа, блядь. Вот, так, все, да. Так, прекрасно. Все готовы, вроде у всех все висит без палов. Так, ну. Ёбаный нахуй, долго там бегать-то. Да все, Джинсей пришел. Вон он пишет. Не писихуйте. А вот череп кто делает? Берем отчет. Войд ДК. 2, 1. И под Геру его заливаете. Геру дать? Лока как в Гере поставили прям. Шаман. Ага, отлично. Ну и все, держим, не тупим, не умираем. Дамажим, как будто в последний раз. Собачка, а, она затерялась. Войда, ДКшника в хильте. Алло, работает, кстати, зеленый скин. Ну и мага. Тихо. ДК сильно пробивает этого. Я что забил? Так, а тут же маг этот для милика безопасен, да? То есть, ДК в гере. От огня резист поставьте, Павел. Ну почему так же он пробивает с фимризом? Просто не шоты. Не, он Гер еще более-менее как-то запомнил. Последний раз это в Герах ходили везде. А вот обычки прям. Да не, это изи, конечно, да, и геры легкие. Геры там немножко в ДПС упираются. Угу. Ну и диспелить. Лок, да, лок, ну там лок надо в ДПС. Да, и все, и атака. Диспелить еще, проклятие. Приоденешься нормально, там все изи. Блядь, меня превратили танк, от двоих мобов держал. Диспелить еще там. Лону забрать можно, да? Она на ДКшнике. Так, а вы щит не одиспелите мага? Я бы вон того треугольника слил, он заткидывает. Мага уже нет уже. А, нету, я что-то... Где там? А, это уже все понял. Я посмотрел, там стоит. Треугольника это... Потом. Милики пойдут босса бить, а мы треугольник. А, пойду чай пить тогда.
А то у меня тут вид из жопы медведя, блин, прикольный. Мне он вообще чуть ничего не спал. Залейте, пожалуйста, маны. Ханкулю. А кто тебе зальет? У нас друидов-то не так и много. А да тебе зачем уже мана тут манекены? Охеринг и да. Ну ладно. Нам я как-то не рискну пока. Че, мирики в босса? Да. Только там от вихря убегаете. Можно дизарм ему давать. Шифу дизармом. Пока у него оружие есть, пока он не в бешенстве. Вон он руками пошел бить. Маленькая лисичка отобрала оружие у такого большого. А хули он хреново его держит, нафиг. Сейчас можно он вообще охуе. Руки кривые. О, блин, ебать. Убежали. Так у него без пушек же кого бегать. А, да, ну ладно, точно. Там у него пушка была просто до этого. Ага, бать, что хочу, да. Сдох. Не, блядь. У него пушка, он уже в руках. Да, в руках. Блядь. Под конец появилась пушка. Ладно, полежи. Ладно. Тебе повезло, шефу. Ты отдыхаешь. Слава, Тамаш, на первом месте должен быть. Какое первое место? Я не одет, отстань от меня. Слава. Вихрь, 4 секунды. 3, 2, 1, нахрен я съебываю. Сосаги, Дима, не знаешь, с общим ДПСом какой проходится обычка? Да черт знает, там все зависит от того, как прожиматься будут в танк. Или кто-нибудь. 20, я не знаю, тут типа, блядь, говно гильдия, типа 25 стаков держал. Никто не слышит? Да, я же слышу, алло. Да, слышно тебя было. Алло. Раз, я здесь. Ты говна гильдия держала 25 стаков, но у них четко паладины сдавали этот. Так, я немножко не слышал вас, вы о чем? Ты вообще никого не слышал? Вообще никого не слышал. Мы говорим о твоем вопросе. Ага, сколько там, не знаете, да? Говорят, гильдия держала 25 стаков. Как будут отдавать сокру и все тому подобное, все от этого зависит. Под конец. Не, ну это понятно, но то есть... Средний ДПС же все равно должен мы, быть. Какой-то. Мы должны, в принципе, убить. Но типа если будут отдавать все четко. Где, на куда он пошел? Там ДПС ну, очень мало. Видишь, он как бы. Он за место разбежки, видишь, пешком ходит ему. Он просто пешком пойдет. Пошел лично, дал, развернулся, назад пошел. Зато прожаться у человека есть время, кстати. Там на груле будет только важно то, чтобы милики не сдохли. И вообще РДДшники. Да, умирать вообще никому нельзя будет. Если кто-то ну, это будет понятно, падать, я думаю, все понимают это, да? Потолок, тут как бы хилы будут в основном на танках. Потолок это, то есть это зашквар, если вы умираете на потолке, нет, это вообще ужас. Блять, как раз под вихрь. Это прям зашквар от потолка умереть на самом деле. Ну, тут РДУшка да, с ДСМ. Сделай проще, поставь метку на милика какого-то, кто может поводить. То не провтыкают, и все будем просто бегать за этим миликом, и все. Ну, да. Как всегда делались. А РДДшники пусть по кругу ставят. Можно вообще метки поставить по кругу босса, и чтобы все разбегались свои метки, каждая группа в 5 метров. Это понятно, да. Так оно и будет. Каждая группа в одну сторону будет. Поделим так, кстати, у меня от потолка умереть. Ну, то есть все равно это находятся люди, которые не видят потолок, либо... Ой, а метка убежала, да, я что-то, блядь, не увидел. Это про меня как раз. Не ты один такой. Ну, блядь, ебаное говно падает, когда ты. О, на ханту.
Где молоток, где запястье, блядь, на ретрик? Где вообще лут? Я не вижу. Первый раз. Не знаю, на хилаж плащ упал, и я рад уже, если Хелла выиграет. Спасибо, Маразов. Идем дальше. Да, вот, а эти врываются, видишь? ДК, посиди на черепе. А, нет, ДК, так, где-то жреца здесь нету, да? Ладно, не сиди. Есть. А, вот он, сиди на нем. Да, я тоже на нем сижу. Да, на нем трое сидят. Да, просто через него играйте и все. Просто на самом деле с кулаками, ну, по крайней мере, в моей практике было легче в рейдах, чем с потолком. Да, дофиряли. Потолок. Да, как-то люди более адекватные в геры были. Тут что, мы с тобой вдвоем останемся, да, Танич? Да, Войд, я. Так что у нас на пулов? Роуга, два ханта, да? Да, я думаю, в меня им всем придется напуливать. А что ты, ДК, ты одной ЛПшкой, мне кажется, будешь держать неплохо. Ну я бы мог, в принципе, типа, вторым быть. Но я поживу. Это тебе сложно. Не, мне не сложно. А как твой ник, кого напуливать? Поднимите меня, пожалуйста. Доставайте уже, бежите, что вы. Мы уже мобов боем, как бы, уже бой висит. Я просто за всех четырех танков тут все танчил. Ребят, кто хочет в распрекрасную гильдию, вступайте. Конгломерат называется. Артик, ты уже хряпнул? Нет. О, если я сейчас хряпну, я бы так разрекламировал. Тут бы сейчас все покатились. 16:00. Ну вот как начали, так и начали. Четыре часа максимум. До 20:00 по Москве. И еще, кто сейчас пойдет? Ну, в планах у нас еще пойти ИК 25 и Ионе 25. Волки нам нужны, шамы, нам все нужны, мы 17 дней нам. Магов не надо пока больше. Самое главное, чтобы адекватность присутствовала и какая-то улетность в общении, чтобы было прикольно. Да, мы, то есть, мы... Добрые, не дезморали, ни хрена. А, слава на черепе. Я. Рога, давай ты вон на квадрате. Во, я Лока нашел, Дэн, вот, бери. Мне ЕПшечку. Тише. У нас такая гильдия, что да, ну то есть мы вроде хотим и по прогресс, но и без всяких там дезморали. И жреца кто-нибудь бы забрал. Ребят, Лок уже перешел на кайфовую сторону, остальное за вами. Это из Мадагаскара, да? В той стороне. Класса, блин, на полу. Бля, сбейте в квадрате. Стороны, да? Да, Фири был. Сбил. Ты что, сбил? Сбил. Бля, я тоже. Давай, типа по квадрату. Что вас там фиряет? Квадрат, убейте. Ну, не знаю, но меня на 2 метра фирнуло и убило. А меня бьет. Нифига себе, ты разбегался тут. Я маленький, меня сдувает тут, блин. А он как пернет, видишь, какая у него задница, блин. Да, тише. Спасибо. А то вам валю дай, и рот мне закроется. Да. Ну ладно, мы же на мобах. Можешь скажу, как он умер, я видел. Разгонится. Попробуй его потом установить. Рассказать, как он умер, я видел. Меня сдуло. Давай. Он, короче, его фирнул, и он фиром об тотем головой ушатался. Я поставил рыбу. Вот тут у нас пара справа стоит, так дальше. У нас по группам распределю. Так, ну только хилы, конечно, не в группах, ладно. А меня слышно? Да. А меня кто-нибудь может в курилку перекинуть, а то меня что-то не подтвердили. Лютер. Лютер, да, конечно, можем, если ты еще заполнишь не как нужно, тебе еще и
Права дадут. Ну-ка, какие у меня там? Я ушел. Там. Так, дальше. Че, теперь начнем с вас. Рыбу там оставьте маленькому гному. Ебать, я что, новичок, что ли? Ну, пока да. Так, ну, соответственно, хилы, ДЦ, РДРУ. Ваша задача танков держать на фул ХП, обхотывать, обсчитывать РШамы также с щитками, с этими, с орехами, особенно на молчание, соответственно, чтобы когда вы не можете подхилить, мы как-то были под щитами, под подходками, под орехами и так далее. Я думаю, вы все это знаете. Андрей, ты здесь первый раз, ну, то есть он будет мут давать периодически. Твоя задача подстроиться таким образом, чтобы щиты были на момент мута у нас. Okay. Вот. ДДшники тут мало урона получают. Тут сугубо потолок, соответственно, если они не выходят из потолка, они дохнут. Поэтому, то есть, не вините себя. Их чуть-чуть подхилить можно, но... Секунду, так. Локи, а можно поставить огурцы? Сейчас наш гильдейский лог, быстро, ну-ка. Вот. Дальше. Что? Ну, соответственно, все знают. Так, по группам, кто куда убегает, допустим, чтобы вам было удобнее. Тут Андрей еще, он будет притягивать все, потом откидывать. И ага. Давать, и превращать у нас камень, потом давать раскалывание. А раскалывание наносит ближайшим игрокам урон, соответственно, нужно максимально друг от друга отбежать. Дальше. И так, группа номер один убегает в красную меточку, группа номер два в зеленую, группа номер три в желтую, группа номер четыре в ромбик. Хилы, соответственно, вы как-то давайте паладин где-нибудь поближе к центру, наверное, тусуйся. Вот. Дальше. Трусы. Вторая группа в трусы. Ну, а хилы там как-нибудь распределились сейчас сами, я думаю, чтобы до всех, ну, до большинства доставать. Главное танки. Тут главное танки. Милики, ДДшники, РДДшники, смотрите себе под ноги. Тут ваша задача тупо следить за ротацией и смотреть себе под ноги. Все, я думаю... Дензел, кто МТ? Дензел. Да, давайте. Раз. Дэн, кто МТ, спрашивают? Я, Дензел же сказал, блядь. Да. Ну, ебаный в рот. Погнали. Корявая жопа. Ну, походу, ДК. Так, тут, Дима, как у нас? Похуй, что РДД на втором месте будет. Главное, да, чтобы сейчас... из миликов я был на втором, да? Да не шути ты мне в ПМ эту хуйню поводил. Отбежали от завала. Блядь. Надеюсь, мы выживем с тобой. Отлично. Да. Так, что? Вестись, главное, смотрите под ноги, особенно милики. Ну и РДД, в принципе, тоже, хилы. Сакра бы назначил. А, блядь, точно, я же еще забыл. Так, пока мы бьем, пока нам нечего. Маразм, если что, долань жертвенности ты мне первый даешь, когда я скажу. Снова танк второй. Сакуми, ты третий. Джонсай, ты четвертый. Тебе? Разве не ДКМ-то? Так. Детям ты сказал. У нас кого сильнее бьет, Дима? Меня будет бить. На основного танка. ДК. Значит, ДК будет Войда, в общем. Я просто да тут я первый раз. Я скажу все это сам. Вот. Ну, чтобы они хотя бы... Все четыре на пула. Давайте в мишку в Дензела. Да, ДК сам справится. Вот. Не мота пока. Главное, чтобы ходки висели на танках. Особенно на стаках 12 это очень важно будет. После второй притяжки, все, Гера. Да, давай.
Когда нас притянет, даст раскалывание. Вот. После этого шаманы, да, идите Геру. Там 3 СС есть у вас. Наверное, Дру точно надо дать. Бля, я думал справа. А, ну и там Дарей, ты зубы готовь. Ты тоже на Войда. Разбежались. Желательно заметить, ну, запомните каждое собственное место. А, хотя тут же сейчас не так, тут же притягивает и раскидывает, куда попало. Бля, чё, Гера нет? Да. Гера, где шаманы? Чё там у нас с ДПСом? 109к. Наверное, мало. Для комфортного. Так в 20 будет. Думаешь? Почему? 16? 20 больше. Там не забывай, мут потом РДДшники вообще вниз улетят. Зато экзекут кому-то. Кому? Дестрик? Так, 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 напомните мне, немоту, кто уменьшает? Дестрик, да, там? Со специальным талантом. Коли попал со специальным талантом, да, он там берет. Надо такого Холипала себе заиметь. Паладины, можете больше крылья не нажимать, там, если что, капля пригодится. Сначала по себе бабл, потом капля. Да, когда даете талант жертвенности, на себя не забудьте бабл. Старжили будет. Разбежались. На фул захитить. Алена, подымешь с Аркоя? Хотя я подыму, наверное. Так, завал. А, уже ушел, понял. Инер можешь ебануть. Надо. Что так? Ты как умер второй раз-то? Да, давай рез и Иннер ему сразу. Да, позвал. Захитите ДЦшника сразу. Как встанешь, сразу ДЦшника хитите. Аполеон после немоты гимноману. Готовься. Читай гимноману. Рэп. Следите под собой, пожалуйста, не умирайте. Уходите вовремя из-под завала. Это, Дэн, ты закинь Иннер с Аркой, а то хоть что за хилер. Так, где у нас там Андрей? Сейчас. Ну, он спит, живи, родной. Не спеши. Шаманы тотемы ставили? Нет, не ставили. Ставьте. А у него сейчас увеличивается рейндж? Ну, то есть, когда его, да, бить можно меликом. Блин. Ложный выпад на роге ПКД, после 10 стак. Нету роги больше. Дальше. Если танки умрут, кто не знает, босс не таунтится, соответственно, кто может, кайтите. Шипы там, тучки, ханты там, эти крутилки чертовы. Сейчас удар будет, все свои прожимки, дубовые кожи все отжимай. 2 секунды.
Соявите себя. Первую каплю с Акуми будешь давать. По ДК. Давай бабл по себе каплю на ДК. Закинул с Акуми? Да-да-да. Следующую снова танк. Давай бабл по себе, давай каплю. Блин, опять Андрей умер. Следующую маразм, бабл по себе и последнюю каплю по ДК. О, клик смерти кинь. Все, да все, мы убиваем его сразу. Да, в любом случае. Даже если он этого не хочет, мы все равно убиваем. Сука, там общий ДПС 110к. Понятно. Зубы, перчатки. Зубы не было, а, эти зубы. Так, ну, погнали. Правда, лут, конечно, не так уж и прекрасный. Погнали. А кто-то из магов может поставить портал до Варана? Пожалуйста. Братан, только с моими порталами аккуратней, короче. Маг дурной на голову, короче, но. Отчет 10 секунд. Там получится как назад в будущее. Да. Все, спасибо, ребят, за рейд. Без вайпов. Жалко, что на ретрика ничего не выпало. Андрей, ты че дох как по АКД? Денис. Да меня это обвалдывал, я хуй его знает. Вообще не знаю. Три портала, куда хотите. Но. Денис, бога ради, ты вы убили? Еще раз, что? Вы убили, спрашиваю? Да. Дайте нам двух сильных ДД, пожалуйста. У кого нет КД на кражане. Мы сейчас на Аникс идем, как бы. А, да? Да. А чё вы, кого там у вас не получается? Да какое, блядь? Да... Вон Гартор может сходить. Ну хотя и Конор... Если... Гартор выиграл перчатки. Шо? Короче, мне нужно, если что, плюс уните в гильду. Нужно 2 ДД, 2 хила. ДД нужны сильные, то есть стоим на смотрителе сейчас. Мы только по токенам. Минимум ДПС, сколько у вас там? 5к нужно, чтобы было минимальный ДПС. Нет, у вас сейчас там минимальный какой-то дает. Блять, я перекикал, я кикнул людей, у нас у одного человека 1700 ДПС было, блядь. Это, блядь, был маг по имени Козяба. Да он в РЛК еще, наверное, ходить должен. Не знаю, 215 гер у него, если даже ничего-то не посмотрел, блядь. 24-й маг шестерку выдавал. Так, роли же других боссов. Нет, не, мы только потом. Кстати, ну да. Так, Аполлон выиграл. Так, дальше. Что у нас там с других боссов? Если что, писайте. Хорошо. Токен плечо. Пояс, давайте. Отсчет 10 секунд. Беспонтовый пояс ролить. Все судорожно называют шмотки, которые нужны, блядь. Там драка прям за пояс 5-12 на уф. Я бы дал шею, но фрол священная. Прям огненный был ролл. Подождите, так. Там остальное сейчас. Дайте релогнуться буквально минуту. Монд. Алена, ты на хихила разве ролишь? О, Алена, Эльза. Ты же у нас Элим. Ты же не говорила? Ну, она, этот человек тоже на Элима, вообще-то. Да, писал на Элима? Изначально. Да, он писал. А, ну все, тогда вопросов нет. Тогда. Я себе забираю паладин, потому что у нас ролл ЕПГП в гильдии. То есть, соответственно, ну, кто, если выигрывает лишний, ну, то есть, ничейка, ну, в кара, короче, ты понял. Я запутался. Полторы бутылки пива, я запутался. На танк вообще тема. А, да, точно, оп. На кого? Сюда. На танк. Красиво. О, неужели? В чем красиво? Она стамины дает. Ух, плюс сакет. Красавчик Джеронимо! Да, наконец-то я жаловался, что мне на этом КД ничего не выпало, да? Поздравляю, Игорь. Подожди, еще надо теперь по ЕП выиграть. Да.
Я сейчас четко сделаю, я сейчас сначала все разролю, а потом Т4 по ЕП, чтобы у вас ЕП. Так, дальше, что у нас осталось? Гарудак и плечи, да? Угу. Аркана буду делать, походу. Чтобы никого не обидеть, то я могу забыть. Так, ролл. А, тихо. О, все, понятно. 24 с гильдом. У нас ролит. Я его расцелую. Хотя не я, конечно, но кто-нибудь его расцелует. Так, ну и Локи. Я прям бы, наверное, отдался бы за эту на Локи. На глазку. Понимаю. Вышка. 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 Вышку делает. Так, и что, и все? Не все? Все же, да? Так. А, плащ еще. Плащ. Вышка, дай в медведя, пожалуйста, обмен. Давай себе метку поставлю еще. У вышки будет сейчас. Пизду. Я больше так не играю. КЦ вышка. Да что, не с гильды строили, надо поздравить, ребят, мы же дружные. Так, плечо. Да, конечно, это мне не нужно, поэтому можно отдать. Так, ну и плащик, да, остался вроде бы, и все. Что там, дай порт. Хорош. Он на кастеров не идет. Ну, он, я не знаю, он только, мне кажется, на хухоле паристов и эрдодорушников, ну, на мой взгляд. Ну, да. Все, мне кажется. Угу. Так, что там, кто на одних все идет, поперли? Есть лайк. У нас портал, будет? Ага. С порталами, осторожно у нас. Что ты говоришь? Кто такой злой? А маги остались? Ну. Ты не злой? Вот это мой любимый портал, заходите аккуратно. Не заходите лучше. Что за бухта торговцев? Ну, сходи, да, проверь. Там пизды. Сейчас я приближу, Кась. Денис, посмотри, пожалуйста, вот этот пояс. Его, по-моему,